В 22 видах спорта поборются за медали казахстанские атлеты на Олимпиаде в Токио. В том числе в соревнованиях по карате, который впервые вошел в программу главных стартов четырехлетия. Наших бойцов даже пригласили в Японию для тренировок. Об этом уже договорились олимпийские комитеты двух стран. Мы планируем участвовать в Олимпийских играх в Токио по 22 видам спорта, 38 дисциплин. Мы планируем делегацию порядка 200 человек. Не раз были в Японии, не раз смотрели готовящиеся объекты, не раз смотрели те базы, на которых будут тренироваться наши спортсмены. Мы очень довольны. Функционеры встретились в Алматы. Помимо совместных сборов на территории обеих стран, делегаты обсудили ход подготовки к Олимпийским играм. Крупнейшие соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио. Первая летняя Олимпиада в Японии прошла 55 лет назад на высшем организационном уровне. Мы хотим повторить тот успех. К тому же планируется использовать часть инфраструктуры, созданной тогда в 60-е годы. Добавим, разумеется, и инновационные решения. Главное для нас создать наиболее комфортные и безопасные условия для всех гостей.